Ну попробуем сейчас. Все, начали. Так, ну сейчас будем проверять, как это все работает. Нажать любую кнопку. Но это я умею, конечно, нажимать кнопки-то любые. Нажимаем «Продолжить». Загрузить ваш последний файл. По мере вашего продвижения в игре данные автосохранения будут перезаписываться. Удивительно. Находясь в укрытии, быстрый переход к соседнему укрытию при отображении значка укрытия. О, я как раз сразу на монстре. Давай, убиваемся. Потратил этот раз на две пули больше, потому что я лох. Но ничего. Я молодец, тем не менее. Зеленый гель. Исследовать. Кидман. Кидман. Быстро ты? Узнал что-то новое? Yeah, да, узнал. Все это и правда очень похоже на маяк. Здесь люди превращаются в монстров. Черт. Что там произошло? Я не знаю. Но это значит, что Лили могла не просто потеряться. Себастьян. Брось, Кидман. Я справлюсь. Я найду ее. Так, хорошо. Все понятно. Сейчас тут надо мне одновременно включить бедный Twitch, который у меня ни хрена не приносит никакого счастья. О, что телевизор. Не, ну так больше света, так менее страшно. Так более по-новогоднему с одним телевизором-то. Так. Патронов у нас всего два осталось, потому что... Вот, это ее сынишка. Что здесь? А, тут можно в укрытие сесть. Вот, у нас появились укрытия. Это удивительно. Ага, он теперь умеет перебегать из укрытия в укрытие. Но я не очень понимаю, как это работает. Алина теперь с нами. Ура! Ага. Так. Ой-ой-ой-ой. Так, вот это она, значит, сынишку кормила вкусной едой. Из чего-то. Из органов каких-то. И он так и не скушал ничего. Артур, добрый день! Привет Криштиану Рональду! Сейчас проверю, как теперь выводится на экран в Твиче все это. В ТикТоке-то, ладно, там выводится, и так все понятно. С Новым годом наступающим вас поздравляю. Поздравляю тебя, Криштиан, с Новым годом наступающим. О, в ТикТоке теперь выводится этот текст. Здорово. Арт, привет. Я думал, не будешь стримить новогоднюю ночь. Ну, а что мне остается делать, кроме как стримить? На Твиче стримите? На Твиче параллельно стримлю. Вот, на Твиче параллельно я вывел комментарии с ТикТока. Это удивительно, что, оказывается, это есть возможность. Появился сервис Тикфинити. Вот, и там же подарки будут выводиться. В ТикТоке-то оно выводится и так. А в Твиче люди не понимают, а хотя там никто не смотрит, что это я все время ору про подарки какие-то. Через час 35 минут будет Новый год. Да, через час 35 минут? Что, правда, что ли? Да, так и есть, через час 35 минут. С наступающим, безымянный человек. Подожди, стоп. Я на первом этаже все посмотрел? Да, на первом этаже больше ничего нет, кроме этого трупика. И у меня два патрона всего. Вот, новогоднюю ночь у нас очень новогодняя игра про убийство зомби. Ну, это не зомби, конечно. Про выживание. Очень по-новогоднему все, посмотрите. Новогодний дом. Я, Санта-Клаус, пришел с подарками. Собираю жижу, которую мне оставили. Порох взрывает смесь селитры, серы и угля, которые используются в патронах. Прошло 12 веков, а он все-таки так же эффективен. Этот компонент используется для создания полезных предметов.
попросите зрителей поделиться трансляцией с друзьями. Пожалуйста, делитесь трансляцией. О, Криштиану Роналду отправил мне подарок. 2024 год. Спасибо тебе, Криштиану Роналду. Вот так. Хорошо, очень хорошо. Я вижу, как на Твиче это выводится. Теперь люди теперь там не будут страдать. Ну, там никто не смотрит, что я все время страдаю. Так, а что, я взял порох, и что теперь? Ну, я взял порох, и что с того? И что с этого? Ну, взял порох, и что? Ладно, пока меня зовут, мандарины есть. Давай, кушай мандарины, приятного аппетита. Будьте здоровы. Спасибо, буду здоров. Я что, чихнул? Я вроде не чихал. Окей, ну мы взяли порох, а что мы делаем? Ищи членов поисковой группы. У меня есть, кстати, нож. Я так не знаю, как этим ножом пользоваться. Я только знаю, как пользоваться пистолетом. Ну и ладно, в общем-то. А, это пожелание. Ну, спасибо большое за такие пожелания. Я очень благодарен. Ну, видимо, надо отсюда выходить. А она будет так и лежать, да? Ну, пусть лежит. Делай ее. Мне нравится, как здесь двери открываются. Очень атмосферно. Нифига себе, ты до сих пор стримишь, Илья Сюкупев. Нет, я начал только что, 6 минут назад. О, растения с лечебными свойствами. Этот компонент используется для создания полезных предметов. Хорошо. Все, больше ничего нет, да? Нет, тут невидимая стена. Я только начал, короче, стримить. Аптека Коклада. Сос. Лада, да, Кок. Если вы понимаете. Не понял? А, это отражение. Что за игра? Бж-бж-бж-бж, Лев говорит. Эта игра называется Evil Within 2. Подожди, сейчас тут надо убрать у меня лишнее. А-а-а! Коклада. Да, очень... О! Да, это моя любимая шутка. Давай новый раздел обучения. Атака ближнего боя, разбить ящики, нанести небольшой урон. А, то есть если мы не целимся, у нас на AC4 есть? PS4, ты имеешь в виду? PlayStation? Скорее всего, есть на PlayStation 4. Игра не очень новая. А тут есть оборотни Байконура? Донер говорит. Донер? Откуда ты знаешь про оборотни Байконура? Почему одни ящики ломаются, а другие нет? Что за дискриминация? Потому что они металлические. Тут все оборотни. И Байконура, и Майконура, и в общем... Все, что хочешь. О, можно перезарядиться, ура. Блин, все время не то же, чтобы бежать. Я взял мандарин и вернулся. Красавчик, Арт, так и надо делать всегда. Забраться. О, классно, можно так защищаться от всяких негодяев. Юнион, мы пришли. Мы пришли в прекрасную деревню американскую. Ускорение, расход сил. А почему мне предлагают бежать? За мной кто-то будет сейчас бежать? Донер, теперь подписчик на видеоавтор. О, там стрельба. Спасибо, Донер. Подожди, а есть смысл побежать куда-нибудь еще? Меня смущает открытость карты. Скорее всего, это какой-то хитрый обман. Ладно, давайте так. Давайте Арта поставил лайк трансляции. Ставьте лайки трансляции, репостите, пожалуйста. Пусть люди посмотрят на хоррор в новогоднюю ночь. Потому что наша задача в новогоднюю ночь — это бояться жизни. О, смотрите, там кто-то ходит. Там кто-то ходит. И не один. О, преследуют наших солдатиков. О'Нил, беги! Ужас! О'Нил убежал, молодец, О'Нил. Mobius members. И эти члены Мобиус, кто-то из них уцелел. Плохо. Эти твари буквально повсюду. Так, следуйте за выгашенным Мобиусом. Надо в дом, чтобы вытащить из парня информацию. Так, действовать скрытно. Враги особенно чувствительны к шуму. Перемещаясь скрытно, вы приглушаете звук своих шагов. Нападайте сзади на врагов, которые вас не услышали. Коммутатор, меню карты. Оно же в паузе.
А где тот? Ну, по дороге идти это будет самоубийство. Потом мы пойдем к растению. Нам надо туда, где чел в дверь стучится. Сейчас мы это сделаем. Скрытное убийство застигнутого врага врасплох. Врасплох врага. Это то, что мы любим делать, да. Так, бутылку. Удерживать, целиться, бросить. Брошенная бутылка может отвлечь врага шумом. Бутылку можно использовать из инвентаря, нажав R. Если приведен навык удара бутылки, то с помощью бутылки можно вырваться из захвата врага. Начиная новую игру на уровень прослужить прогулку, будет сразу владеть этим навыком. Но я не на уровне сложить прогулку играю. Так, мы кого-то можем и отвлечь, но мне кажется, это не обязательно делать. Можем спокойно заняться убийством этого врага. Мне кажется, так. Хотя тут справа всякие враги ходят тоже. Сейчас, давайте его аккуратно пухнем. Привет с наступающим тебя. Привет от тебя. На тебе. Red Dead Redemption 2. Это, конечно... Садитесь в инвалидное кресло, убежище в других местах, чтобы улучшить навыки. Хорошо. Выбрать оружие из инвентаря. Зачем? Они фонарик не видят, да? Ну, кажется, нет. И слава богу. Так, что это? Еще одна бутылка. Не знаю зачем. У меня теперь две бутылки. Это замечательно. Люблю две бутылки. На тебе! Вот так вот. Видите, как надо? А ничего с него не упало, да? Нет. Эта игра очень похожа на The Last of Us. Но она сейчас только похожа только с зомби наличием. Так вообще она совсем другая. О-о-о! Закрывай дверь! Там гости непрошенные. Правильно. Так, надеюсь, выдержит. Будем надеяться, будем надеяться. Так, ну что ж, давайте смотреть. С наступающим левелап. И тебя с наступающим. Так, тут унитаз. Новогодний унитаз. Все очень новогоднее вокруг. Репостите, приглашайте друзей. Пусть они под Новый год наслаждаются хоррором. Дарите подарки, чтобы я уже говорю, вебку, либо мне вебку купить, либо свет. Надо, наверное, начать со света, тогда эта вебка станет сама по себе чуть-чуть получше. Не подходи ближе! Okay. Ладно, успокойся. Не стреляй. Я тебя не трону. See? Видишь? Можешь опустить пушку. Я на твоей стороне. Ты не из Мобиуса. Хоть ты не из этих тварей. Но это еще не значит, что ты на моей стороне. Блин, на карте нет, все потратил на подарок. Тебе бы закинул монеты. А, жалко, жалко. Ну ничего. Они из Мобиуса, но это они меня послали. Ты видел твари снаружи? Что они могут? Да, видел. Тебе повезло, твой напарник пожертвовал собой, чтобы ты мог удрать. Не напарник. Он был из службы безопасности Юниона. И защищать меня его работа. А моя работа — починить систему. Мне не платят за то, чтобы я тут сдох. Я не солдат. Я техник. Я знаю. Стой! Стрелять буду! Солдат снял бы с предохранителя. Вот так. Затрально. Говорю же, мы на одной стороне. Мы на стороне не снимающих с предохранителя. Попробуем еще раз. Я Себастьян Кассиянус. Я О'Нил. Лиам О'Нил. Я считаю, ты не из Мёбиуса, но тебя забросили сюда.
Why? Зачем? I'm looking for my... Я ищу свою... Я ищу, как отладить ядро. Just like you как и ты. Yeah? Да? Good luck with that. Желаю удачи. I'm done. Я пас. Буду ждать, пока нас не извлекут отсюда. Никто тебя не извлечет, пока не найдут Лили. Кто такая Лили? Пойми, мы все застряли здесь, пока не отыщем ядро. Поможешь мне? Если предлагаешь пойти с тобой, на меня не рассчитывай. Это убежище. Я не собираюсь его покидать. Понятно? Но я дам тебе наводку. Я засек неподалеку сигнал, резонирующий с частотой ядра. Мы искали источник, когда нас напали. Вот, послушай. Голос, как у маленькой девочки, да? Где ты? Нет. Was that her? Это она? The core? Ядро? Да, думаю. Но мой коммуникатор поймал множество странных сигналов за то время, что мы здесь. Доберешься до источника, будешь знать точно. И как это сделать? Поймай сигнал на свой коммуникатор. Когда выйдешь отсюда, сам поймешь. Вероятно, ты поймаешь и другие сигналы. Можно будет найти их источники и узнать. Не, нет. Сперва ядро. Другого пути выбраться отсюда нет. Как хочешь. Хочу наши коммуникаторы. Я сообщу, если что-нибудь найду. Okay. Да, пожалуй. Can't hurt, I guess. Не повредит. Так, давайте поговорим с ним. Задание. Значит, ты уже здесь неделю сидишь? Глава 3, резонанс. Неужели так долго? Плохо. Здесь время идет по-другому. Мы думали, что быстро управимся. Типа, я буду дома к ужину. Но это место вообще ни на что не похоже. В смысле? Когда ядро идет в разнос, всегда сбои бывают, но сейчас творится черт знает что, здесь все распадается на куски. Есть излучатель стабильного поля, но он работает неправильно. Что за излучатель стабильного поля? Я тебя послал Мёбиус, ты должен это знать. В группе вас было пятеро. До нас сюда отправили еще команду охраны, ну да. В поисковой группе, да, пятеро. Постой. Ты сказал, было? Я нашел Бейкера. Он мертв. Неудивительно, он засек мощный сигнал и пошел проверить. А я говорил, что нужно попросить извлечение и сообщить о наших находках, остальное не наше дело. Привет, Артур, удачи, стрим, с Новым годом. Спасибо, привет. Химическая формула, и тебя. С Новым годом. Должен быть храбрее всех. А, на самом деле, от храбрости до глупости один шаг. Согласен. От осторожности до трусости тоже один шаг. Не надо передергивать, меня не радует его смерть. Ты что, по-твоему, совсем скотина? Надеюсь, остальные целы. Спасибо, химическая формула, за лайк трансляции. Я сообщу, если ты правда сообщишь? Спасибо. Буду рад. А здесь опаснее, чем я думал. Не знаешь, где может быть оружие, припасы? Я пытался тебе рассказать, но ты не хотел меня слушать. Ну, теперь я слушаю. Я перехватил разговор двух охранников Мёбиуса, которые говорили о схронах с оружием. Найдешь их, пополнишь запасы. А что на английском, Пларен? Есть кто-нибудь сейчас, кто знает, что на английском? 30 секунд. Да ладно, я здесь один, и мне нужна защита. Если бы ты не позволил своему защитнику подохнуть... Нах, хватит. Я отмечу сигнал на твоем коммуникаторе. Захочешь, проверишь. Мне плевать. Что-то посерьезнее. Ты с Торрента? Пларен спрашивает. Нет лицензии с Эпика. Детали довольно крепкие. Приходится тратить много патронов. У тебя есть что-то помощнее? Здесь нет, но снаружи можно будет найти. Здесь должно быть мирно, но Мёбиус и пушки всегда вместе. Знаешь, где найти эти самые пушки? Там сплошной бардак. Вряд ли ты найдешь готовое к бою тяжелое вооружение. А, понял, тогда понятно. Непонятно. Я играю на английском, если они на английском игры. Играл бы на японском, если бы японский понимал. Чекни настройки как русский язык. Нет, я не играю с русской локализацией. Я играю только с русскими субтитрами, только для того, чтобы озвучивать это вслух. Вот. А с озвучкой русской не играю. Ну, давай поговорим еще. Скажи. Все, не говори. Понятно все с тобой. Вот так вот, вот видишь, сразу стал я самый понятный человек на свете. Так, новое сохранение, давай. Так, собираем. Детали оружия, различные полезные компоненты, которые используются на верстаках для улучшения оружия. Хорошо. Так. Ты дрался в школе?
Сейчас. Можно сказать, что нет. Верстаки. На верстаках можно создавать из компонентов снаряжения предметы или улучшать оружие с помощью деталей. Кофемашины. Выпив кофе из кофемашины, вы полностью восстановите здоровье. Кофемашина автоматически начнет готовить следующую порцию, но это займет некоторое время. Удобно. С какого города? Алматы. А ты? Какой район? А вот тебе скажи, сам захочешь. Сразу становится легче. Еще раз сохранимся. Создадим третью. Нет, я сказал третью. Так, у меня латауский. Это правильно. Это хорошо. Сейчас. Создание предметов. Ты себя это, не дианонь. Можешь создать пистолетные патроны, можешь создать шприц. Улучшение оружия. Можно повысить огневую мощь, емкость магазина, скорострельность и время перезарядки. Это все очень интересно. Так, давайте, наверное, начнем по порядку создавать патрон. Да, надо создать шприц. О, своими руками. Давай встретимся в городе, в кафе сходим. Ух, ничего себе, неожиданно. У меня Бебровский район, Savage X горит. Благодарю за приглашение, только в честь чего как бы это происходит-то? Так. Сейчас. А, давайте, на все. А, мне их 9. На все. Вот, нормально. Так, давайте улучшим район. Ой, район, говорю, улучшим. Что мы можем улучшить? Ну, давайте повысим огневую мощь. Сколько это будет стоить нам? А, хер тебе называется. 90 деталей надо. А вот это можно, да? Вот это не можно. И вот это можно. Скорость перезарядки. Ну, скорость перезарядки важнее, мне кажется, сейчас, чем емкость. Так. Кустарное изготовление. Выберите значок кустарное изготовление в меню инвентаря, чтобы изготавливать предметы без верстака. Кустарное изготовление предмет требует больше ресурсов, чем работа на верстаке, и к тому же вы не можете улучшать оружие. Кустарное изготовление предметов нельзя привязать к клавиши быстрого доступа к предмету. Ага. Ага, понятно. Все ясно. Оно как, оно замедляется? Или останавливается? По-моему, останавливается время. Все, понятно. Все ясно. Окей. Опять мы сохранимся. Я обожаю сохраняться каждые 5 секунд. Вы понимаете. Так. Какая, значит, наша задача? Выйти наружу с помощью коммуникатора, определить, откуда доносится голос девочки. Дополнительно, узнайте о резонансе Мёбиуса. Арбалет, страж, БТР Мёбиуса. Узнайте о резонансе, это тут дополнительное. Вот тут основное, да? Это убежище. Вот, из той двери мы пришли, да? Да? Нет? Хм. Или мы из этой двери пришли? Так, надо изучить дом. Что это такое? Так, ладно, давай займемся вторым этажом пока, для начала. Выйти наружу с помощью коммуникатора, определите... Да-да-да, все понятно. Ага, да, вот мы отсюда, значит, пришли. Все понятно. Это хорошо, тут все заколочено. Все валяется. А, ну да, ой, а как мы этот ящик пропустили, интересно очень. Взяли, пропустили.
Все, ну у нас получается выход только один. Мне нравится, как он выламывает двери, молодец. Поэтому мы сохраним сейчас еще раз. Мы же можем. Мы можем, поэтому мы сохранимся. Пороха пока оставим, наверное, потом. Так. Что это? О! Знакомые нам барышни. Что за... Что это было? Это же зеркало любимое, это же больничка. Сейчас мы прокачиваться будем. Давай. Удерживать, посмотреть в зеркало. Давай, 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 давай. Молодец. Кабинет Себастьяна. Ага, мы вернулись в кабинет почему-то. Ладно. Кошка мяучит, ее оставили голодной, видимо. О, очередной верстак. Можно опять создавать предметы. Зайти мы не можем. Хорошо. Плуш Фокси Рафтик, теперь подписчик на видеоавтора. Спасибо большое. Так, не грусти. Не грусти, все нормально. Садись в кресло и сиди. Все хорошо. Все хорошо, не переживай. Новый год. Какого черта? Эй! Эй! Выпустите меня! Детектив Кастиянос. Какая приятная неожиданность. С возвращением. Снова вы. Как вы сюда попали? Я могу задать вам тот же вопрос. В любом случае, приятно заглянуть в знакомые глаза. Даже если эти глаза слишком много повидали. You look tired, detective. Вот стало видно, детектив. Я могу вернуть вас в службу. Совсем как раньше. Так, можно двигать камеру. Не знаю зачем. А, улучшить. Больше тут ничего нельзя сделать. Улучшить. Так. Можно улучшать скрытность, восстановление, атлетизм, здоровье и бой. Ну-ка, давайте посмотрим, что в скрытности. При ходьбе вы будете меньше шуметь, и врагам будет вас сложнее обнаружить. Шум ваших еще меньше, врагам еще сложнее. При ходьбе вы будете меньше шуметь, и врагам... Короче, уменьшение с обнаружением. Здесь что? Быстрее передвигаться, пригнувшись. Это что такое? Особая способность позволяет быстро сократить дистанцию для скрытного убийства врага. Прикольно. А здесь что? Позволяет проводить скрытное убийство из-за угла. Прикольно. А это что такое? Бутылки из инвентаря вы будете автоматически применять для того, чтобы вырваться из захвата некоторых врагов. Это полезно. Это не сработает против определенных атак. Давайте посмотрим, что бой. Уменьшает дрожение от прицела при стрельбе. Уменьшает. Атаки ближнего боя, в том числе удар ножом, наносит больше урона. Дополнительно уменьшает отдачу при стрельбе. Я просто думаю, куда сейчас стоит в первую очередь пойти. Позволяет отбрасывать от себя оглушенных врагов. Ой, что-то у меня задергалось. Неужели начался тоже глюк? Так, здоровье. Увеличит максимальный показатель. Увеличит общее количество. Если вражеская атака наносит урон, которым бы мог вас убить, то вы стискиваете зубы и выживаете с очень небольшим запасом здоровья. Интересно. Восстановление. Восстанавливает больше здоровья при применении медицинских средств. Здоровье восстанавливается быстрее в состоянии близкого к смерти. Что такое? Так, ну давайте улучшать, наверное, поначалу скрытный. А атлетизм что? Атлетизм... А, выносливость увеличивает. Это тоже, кстати, полезно. Давайте начнем со скрытности. What? Здоровье стоит 1500. Что за игра, Джиги? Кто помнит, что за игра? Загадка от Жак Кусто на разгадку 30 секунд. Блин, мне ничего не хватает, хотите сказать? Да ладно, везде 1500, только этот, уменьшение дрожания прицела, ладно. Так уж и быть. Остальное все дороже. Ну ладно тогда. Так уж и быть. Поговорить. Я не понимаю. Это место. Вы. Совсем как... Здрасте, дядь, чего вы такой красивый, Саке говорит. Потому что
Красоту мне в Новый год принесли. Правда, здесь все такое знакомое? Эти стены, этот стул. Вы. Для меня будто совершенно ничего не изменилось. Игра называется The Evil Within 2. Мне кажется, что пора бы уже заняться делом. Айтатан Шихарсон Кайдан Уин. Но я же уже сказал. Болт Болтсон, ага. Хватит, все. Да. В моем кабинете располагающая атмосфера, но не стоит здесь задерживаться. Еще, как я могу привести ногти в порядок, если вы не даете мне закончить маникюр? Ща. О, что? Ты мне подарок, что ли, скинешь? Ты мне подарок дашь? Ща. Что? Можно в кабинет зайти? Давайте зайдем. О, это выйти отсюда так можно, да, через зеркало. Это тут может сохраниться. Сейчас мы опять сохранимся. Я обожаю сохраняться, если вы еще не заметили. Я очень люблю сохраняться. Особенно в таких играх. Кошечка. Ой, бузи-бузи. Молодец. Но я на проектор на самом деле ничего не нашел. Зачем я сейчас пошел включать его, не знаю. Да, здесь я ничего не нашел, так что не знаю, зачем это стал делать. Ладно. Кошка, не вопи. Не страдай. Дядя, я бы дал, у меня монет нет, извините. Ну, будут монет, заходи, давай. Че уж, не страшно. Че, мы тут уже выяснили, да, кто погиб? Ладно, выстрел ножа, опасная работа. А где О'Нил? Вот это? Да, он. Мы его нашли. Вон еще какие-то фоточки. Так, вроде тут больше ничего нету, да? Полезного для меня. Ну, тогда возвращаем. Такая игра пиздатая. Я бы хотел ее забыть и пройти снова. Ну, блин. Спасибо. Это меня вдохновляет. Я, правда, боюсь хорроров очень. Саке теперь предпочитанный видеоавтор. Спасибо, Саке. А это, получается, Константин Буторин. Так, не мяуч. Что, у тебя еды нет? Что происходит? Так, ну пойдемте. Страшно мне, конечно. Боюсь, проигрывать буду много. Крутыш, привет! Я надеюсь, ты первую часть прошел. Да, первую часть проходил давно, правда. Подзабыл некоторые детали. Ладно. Посмотрим, смогу ли я поймать нужный сигнал. О, Зидан, здорово, с наступающим Новым годом, с наступающим. Так, непонятный резонанс, засечь. Когда коммуникатор окажется в зоне обнаружения точки резонанса, в верхней левой части экрана появится кривая сигнал. Перемещать коммуникатор, чтобы найти, засечь сигнал. Там необычный сигнал, это сайд-квест. Сейчас. Ну и нажимаю. Довольно далеко. Другого пути нет. Боже, надеюсь, это Лили. Взять в руки и убрать коммуникатор. Когда вы засекли сигнал, коммуникатор покажет направление примерно центра точки резонанса. То есть надо просто идти в ту сторону. Давайте сначала дополнительное выполним. Сейчас. What? Что происходит? Блин, меня игра заставляет... Пойдем в доту. Я не играю в доту. Меня игра заставляет, короче, вперед двигаться. Странный звук, Саке говорит. Какой звук? Какой? Что за черт? Если так пойдет дальше, от Юниона скоро ничего не останется. Надо найти этот сигнал. О, еще один сигнал. Эх,
Убитый сотрудник... Загружен. Убитый сотрудник Мёбиуса. Журнал коммуникатора запчасти. Еще вот этот. Я сейчас перезайду, ничего не слышу. Как, Зидан, вас 35, когда вы на стрель пойдете? Ну, крышка. Сейчас, подожди. Ага, убитый сотрудник Мёбиус, он прям тут рядом. БТР, арбалет страж и необычный сигнал. Ну, давайте двигаться тогда. Вы откуда? Из Алматы? О, все норм, ну прекрасно. Блин, хочется мимо церкви не проходить. Давайте зайдем в церковь. Борода у вас просто мечта. Спасибо. Только аккуратно. Как тебе второй Alan Wake? Он классный. Есть к нему, конечно, вопросики. Но вообще классный. Борода, да, красивая. Иди в церковь, только аккуратно. А, понял. Кто это там такой грустный идет? Тащит кого-то. Хорошо, идем в церковь, как сказал, значит, Костя. А в ту... Это сейчас сюжет будет? Дядь, в другую игру когда будешь играть? Не знаю, надо сначала пройти будет одну, а потом вторую. Боже, прости мне мои грехи. Готовься, будет катсцена и бой. Хорошо, боже, прости мне мои грехи. Боже, прости меня. О, Господи, умоляю. Я согрешил, но только... Нет. Буду ждать, хорошо. Умоляю, я... Боже... Прости мне мои грехи. Прости меня, пожалуйста. Умоляю. Hello? Настя? Все нормально? Бро, можешь сказать характеристики твоего ПК и видеокарту? Ryzen 7700 процессор, 7900 XT карта. Бог его простил, видно. Очень так жестко простил. Видно, не простила. Можешь заново, извини, не услышал. Ryzen 7700, процессор, видеокарта 7900 XT. Чтобы играть в такое старье. Пожалуйста, репостите, пусть все смотрят. Дарите мне подарки, чтобы купил себе нормальный свет, а не вот эти звездочки. Ой! Так, ну кажется, я сейчас соснул жестко. Я сразу выстрелил! Оповещение врага. Когда вас замечает враг, появляется значок оповещения врага. Изображение глаза в верхней части экрана. GTX 1050 Ti норм для эту игру? Наверное, да. Игра старенькая. Когда враг убеждается в вашем присутствии, глаз полностью открывается. Когда враг подозревает в вашем присутствии, за поднятый шум появляется значок звуковой волны. Блять, меня сзади их схватили! Блять, ой-ой-ой, бляха, папаха! Я сейчас сдохну, походу, да? Перехватывайся! Ёб твою мать! Извините, пропустил. Я думал, перескочить можно через это. О-о-о. Пропустил скример. Да. Очень по-тупому я сейчас умер. Я думаю, все это было очень просто. Сейчас. Да, блядь! Ну я же... Да... О! Где второй? А, вон он. Да подожди, не исследуй раз... Что ты делаешь, блядь? Надругаться поменьше.
Это похоже на Evil Within 2. Это он и есть. Дядь, я тебя уважаю, ты играешь, озвучиваешь и на комменты отвечаешь. Красава, дядь. Спасибо, я стараюсь. Так, что тут стоит? О, все. Взять. Бери. Ключ от шкафчика. Эти старомодные ключи открывают шкафчики в процедурном кабинете медсестры Татьяны. Evil Within 2 и Alan Wake 2 очень похожи оказались. Да? Че, правда, что ли? По-моему, очень разные игры. Хотя, конечно, Evil Within 2 так пока еще не поиграл-то особо. Можно было, наверное, даже выскочить, наверное, из церкви-то. Так, есть ли смысл сейчас лечиться? Наверное, нет. Слишком мало у меня жизни. В смысле... Так, я хотел... Че? Подожди. Я хотел пойти по вот этим сигналам сайд-квестовым. Сейчас. Сейчас, момент. Вот, сейчас новый сигнал появился, да? Ну а что Y не работает? О, смотри, снова глюч. Слушай, это как-то связано, мне кажется, с тем, что у меня происходит во время стрима. А почему не открывается? Дядя, вы полюбили survival horror, да? Ну, как сказать, полюбил. Я просто... Ну, мне всякие игры нравятся, но я не могу в них играть в одиночку. Очень страшно. А так хотя бы из-за стрима прохожу. Почему я не могу достать? Сейчас, подожди. Почему у меня не работает коммуникатор? Что за фигня? Вот, я хотел сюда сходить. Почему коммуникатор не получается достать? А, во. Я вот хотел сюда сходить. Убитый сотрудник Мебиуса. Вот он. Мебиуса. Дядь, ты русский или казах, или вообще кыргыз? О, это интересный вопрос. Попробуйте догадаться. Вот, в мусорке лазить. Это как раз то, что нам нужно. Сергей Тер, подписчик на видеоавтора. Ура, спасибо. Так, эти двери не открываются. Там куча врагов, не хочу к ним идти. Здравия желаю, привет, Кедр. Кавабум теперь подписчик на видеоавтора, спасибо большое. Так, видимо, надо с какой-то другой стороны зайти. Круть, говорит Сергей. Ага, вот так вот сверху, наверное. Вот, там что-то, чем-то что-то блестит, и здесь что-то блестит, смотри. Подожди. Туристический центр Юниона. Давайте зайдем. Взять, хорошо. Мой ник похож на водку саке, японскую. Орбит, как называется игра? Devil Within 2. Орбит, подписчик на видеоавтор, спасибо. Сейчас, говорит саке. Ой, зачем сейчас такая страшная музыка? Что это? Документы. С наступающим, родной. Привет, Райан, с наступающим. Буклет «Добро пожаловать в Юнион». Юнион, окруженный чудной природой, идеально сочетает очарование маленького городка в современный комфорт. Вернитесь в старые добрые времена, когда дружелюбные улыбки соседей были искренними и привычными. Оставьте суету и спешку, отправьтесь туда, где вас ждут с распростертыми объятиями. Юнион, хорошо, что вы здесь. Ну и в общем-то все. Я водка японская. Да. О, что это? Гвозди. Именно такие длинные гвозди из нержавеющей стали обычно используют в строительстве. Из них получается отличная шрапнель. Компонент используется для создания полезных предметов. Хорошо. Ага, с этой стороны не открывается. Угу. Райан Гослинг. Час остался ДНГ. Да. Написать название игры. Может, Орбит, спрашиваешь? О, Орбит, 3GG, спасибо за 3GG, спасибо за 3 ТикТока, спасибо за 3 огня. Игра называется Devil Within 2.
За подарки я тебе сам даже отвечу. А почему мне сейчас не выводится в Твиче? Сейчас я сбегаю, сохранюсь. Страшно мне. Резидент, может быть? Нет, не резидент. О, все, выходит, пошло. Убежище Ванила. Надо сохраниться. Это новая игра? Это старая игра. Говорю, это The Evil Within 2. О, Нил, там творится чертовщина. Спаси, помоги. Имба. Гаги Маргарян говорит. Супер, да. Я рад, что имба. Впервые просто вижу. А, это зря. The Evil Within 1 очень классная. Меня немножко напрягает, что здесь открытый мир во второй. Ёба, я ее недавно прошел, да? Дядь, ты случайно не золото? Я золото, конечно. О, какое я золото, ты бы знал. Так, 20 деталей, да? Что-нибудь, давайте увеличим. А, тут 50, 120, 30. Емкость магазин давайте увеличим. А, ББ, я за него. Там должен быть дом справа. Сейчас зайдем. Так, создание предметов. Чё? Ну, я бы сейчас весь порох вкладывал просто в патроны. Вот, я как бы как-нибудь так. И внутри типа босса. Внизу комп. Кофемашина, давайте выпьем. Райан Гослинг отправил сладкую трость, спасибо, hello. В конце игры Капитан Америка умрет, да, это известный факт. Ну, сейчас мы зайдем по этим, по точкам, которые нас направляют. А у меня такой интересный вопрос. Тут всех врагов можно убить? Ну, в плане, то есть, вот там я видел, как пошла 3 зомби. Их можно, этих всех 3 зомби, грохнуть, чтобы они больше никогда не появлялись? Потому что я бы, в принципе, убивал бы всех, чтобы они мне никто не мешал. Боже мой, меня бомбят, Райан говорит. Вот. В смысле тебя бомбят? Чем бомбят? Тут есть Капитан Америка. Нет. Фейерверки пускают. Ну, слава богу, ты это в такие времена так не пугай. Блин, ушел человек, да, который знал про то, что это вопрос мой. Он типа, вот там вот 3 зомби, смотрите, тусуются, да? Посмотрите, они там тусуются. Если я их всех 3 убью, они будут спавниться или нет? Юнион, туристический центр. Да, мы это знаем. Да, можешь. О, спасибо. У тебя точка запятая, да, имя? Ну, то есть смысл всех грохать. У нас на улице Жинг-Бенз. Прекрасно. А, закрыто тут все. Но в будущем будет пиздец. В каком плане? То есть, если всех поубиваю, то это будет плохо тогда? И обратно все возродятся. Еще другие виды появятся. Ну, грустно. Я ненавижу, когда так происходит. Когда так в играх делается. Там тетя всех детей собрала и дает денег. Мне тоже пойти? Но я по поводу бы таких тетей бы сомневался в их честности. Наступающим Новым годом, бро. Вы со Сириус. Вай со Сириус. Да, тоже с Новым годом. С наступающим, поздравляю. Кстати, Артурчик, Райан Гослинг. Слушайте, по чуть-чуть геймпад подглючивает, не знаю почему. Я сегодня стримил, нормально было. Как-то что-то связано со стримом. То ли может быть радиочастота, то ли запись игры, не знаю. Новый год, харам. Ой, what? Они же не видят фонарики? Видят. Че, видят фонарики, что ли? У тебя есть домашние животные? Кошка есть. Так, постой там, окей, постой. Не трогай, ничего, не шевелись. Давай. А Максатерн, подписчик на видеоавтора, спасибо. Там рядом с военной машиной оружие, хорошо. Пларен, я тебя люблю. Взаимная любовь к моим подписчикам. Так. Ты же подписчик?
патроны, штучки. О, у меня максимально бутылок. Исследовать. Тебе уже в любви признаются, да. Я еще подарки дарите, и будет вообще просто крышеснос. Журнал коммуникатора запчасти, журнал коммуникатора. Китинг, мы на крыше здания рядом с туристическим центром. У меня на снайперской винтовке барабан в дребезге. Срочно нужна замена. Маккой. В сарае напротив автоматической Юниона есть запчасти, только это на северо-западном конце города. Да это же самого разлома. Ты что, спятил? Мне плевать, где они. Принесите их мне, пока сюда наверх не добрались эти твари. Черт возьми, почему мне всегда достает самое опасное? Пользователь точка запятая поделился трансляцией. Спасибо большое. Так, рядом с твоей машиной есть оружие. Машина где-то там, да? Ну, судя по карте. На карту нанесены. Вот. БТР Мёбиуса. Надо туда, да, идти? А, ух ты. Неисправная снайперская винтовка. Корпус этой снайперской винтовки сильно поврежден. При наличии нужных деталей винтовку можно починить, но предыдущий владелец, увы, не может подсказать, где их найти. Хорошо. Ствол поврежден, остальное вроде целое. Найти бы детали для починки. Гоу после этой игры в КС? Да я в КС не играю. Так-то, конечно, как-нибудь можно. Посмотреть, как эта вторая часть сейчас выглядит. Дядя, ты мусульманин? Нет. У тебя нет русской озвучки? Есть, но я играю на английском, если игра на английском изначально. Привет, как настроение? Андрей спрашивает. Все классно, у тебя как? Андрей, подписчик на видеоавтора, спасибо большое. Что потом будем проходить? Ой, столько там у меня игр, слушай. Мне надо, я обещал Край оф Фир пройти. Но меня оно очень напрягает, прям страшно. Так, вот это машина Мёбиуса, да? Хорошо, готов к Новому году? Ну, почти. Days Gone ехала. А, у меня Days Gone непройденная, да, лежит. Вот это, да, машина? Блин, ну не прикольно, если все будут возрождаться, конечно. Вон там люди на крышах тусуются. Так, опять что-то появилось. Вот, необычный сигнал. Непонятный резонанс. БТР Мёбиус, арбалет стража. Какие у тебя есть игры на ПК? Ну, у меня много игр в Стиме, но последние новейшие игры я не сильно покупал. Вот из новейших непройденных Death Stranding, например, в Эпике. Проходил Alan Wake 1? Да, проходил, но я бы его с радостью перепрошел. Узнать о резонансе Мёбиуса. Чё, к БТРу тогда надо идти, да? А тут, кстати, автосохранение часто происходит, нет? Если ты их всех убьешь, то они не возродятся, но после одной миссии. А Mortal Kombat? У меня есть Mortal Kombat, 9, 10, 11, самого нового нету. Ага, понятно. О, имба. Блин, меня напрягают, конечно, игры с открытым миром вот такие. Все исследовать. Кто там шуршит, я не понимаю. Кто там делает... Эй! А, вон он. Ой, надо его убить, мне кажется. Надо его грохнуть, сейчас мы сделаем. Будешь проходить когда-нибудь SnowRunner? Ну, если мне его кто-нибудь подарит, то я его пройду. Будь мой сладкий. Блин, подожди, ты что, прекратил? Не надо, зачем? Почему ты прекратил? Вот так вот. А пиратку не хочешь скачать? Ну вот какие вы хитрые, а. Ну можно и пиратку скачать, но если игра хорошая, то ее можно и купить. А ты, кстати, скачешь пиратские игры? Я качаю, если нету демки, я качаю игры, смотрю их. Знаете что, я хочу сбегать сохраниться. Я всего боюсь. Ну я, короче, пошел. Ты лучше с Нового года. Спасибо большое. Айден говорит... Айден, наверное. Асланян говорит. Здрасте. Я за него. Короче, если у игры нету демки, я качаю пиратскую версию, смотрю, как она у меня идет. Если она мне нравится, я прекращаю в нее играть и потом через некоторое время покупаю. Но тут уже смотря по ценам, потому что в последнее время игры пройдут по дико скотским ценам. Раньше, когда Valve только ввела региональную политику, игры стоили, как нормально у нас стоили, все там 5000 новые игры, когда выходили, например.
Я столько игр накупил на скидках, это просто прям не знаю. Вот. А сейчас, конечно, типа какой-нибудь Call of Duty последний стоит 25 тысяч, ну, блин, не знаю. Он, каким бы он шедевром ни был, он не может стоить 25 тысяч. По идее, SnowRunner без сюжета. Ну, хорошо. Это типа просто покатать. Про что игра? Шреш спрашивает. Это значит, мы должны спасти свою дочь, которая является ядром в виртуальной системе. Извини, дядь, мне пора, завтра в универ. Завтра в универ, 1 января, ты с ума сошел? В смысле, 1 января в универ? Ты мне не надо мне рассказывать сказки такие. Yes, baby. И что вы делаете 1 января в универе? Помогаете преподавателю с опохмелом? Разве у студентов не каникулы, вот Райан Гослинг спрашивает, весь январь же, ну. Давайте попробуем обойти. О! Это что? Это значит, можно стекло сломать. Не то стекло сломал, балбес! Бери! Они фонарь видят? Потому что в Last of Us, например, никто фонари не видит. Что, идет сюда кто-нибудь? Нет? Ставят всем капельницу, медунивер. Сейчас на звук придут, наверное. Да, я этого жду. Во-во-во-во. Смотри. С лопатой или с чем он там? Вообще, я могу кинуть бутылку, отвлечь их. Сейчас, за кустами меня не видят, да? О, круто, огонь! Я могу в кустах прятаться, я что-то не знал даже. Саке, угадал. В зеленых насаждениях можно прятаться, когда вы найдете спрятаться, и ваше тело изменит цвет. Да-да, молодец. Рви. Вот, угадал, видишь? Лоэрен поделился трансляцией. Спасибо, делитесь трансляцией, приглашайте друзей, дарите подарки, чтобы купил себе новый свет наконец-то. Топорик. Если вы взяли топорик, то он временно заменит бою нож. И можно убить кого-то из врагов, но он сломается после первого же использования. Топорики можно найти в Юнионе или забрать у врагов. Знаешь игры Cat Quest, Train Gosling? Нет, не знаю. В Эпике, кстати, что-то раздавали недавно. Это ее? Нет? Че я взял? Супер, в мусорке пора. А я вот коробку сломаю, не сломается? Нет? Все нормально, да, это было бы очень тупо. В коробках ничего нет. Запал. Маленький запал блочного типа из электромагнитной коробки. С его помощью, к сожалению, нельзя починить сломанный электрощит. Этот компонент используется для создания полезных предметов. Примахнуть нельзя? Нет, нельзя. Леоны уже не те. Леоны из Resident Evil, ты имеешь в виду? Тут ничего сделать нельзя, да? Блин, ну к машине... Да, это та игра, мне понравилась, увлекательная, но простая, сюжет прикольный. Но тогда надо посмотреть. Так, получается, что к машине у нас путь здесь только один. Через всех зомбей. Ты решил проходить Devil Within 2? Cry of Fear, бум-бум, Badfjord, да. Я хотел давно Devil Within 2 проходить, особенно ты же недавно о нем вспомнил, и я решил, что надо его заняться. Вот, но Cry of Fear я постараюсь пройти, я тебе честно скажу, у меня он такой вызывает дискомфорт. Он такой у меня вызывает дискомфорт. Вот, я не знаю, насколько он интересен остальным людям, но надеюсь, он интересен. Вот. Эта игра у меня тоже, кстати, вызывает дискомфорт. Но меньший. Ты, кстати, ты Far Cry 6 проходил? Нет. Так. Ну что, ну придется с ними стреляться, видимо, не знаю. Будешь проходить? Ну это потому, что ты с Бен. С Бен? Я кто? Что? Я с Бен? Ну. Во. У меня Far Cry 6 нету, если мне его подарят, пройду. Я когда запустил Cry of Fear, у меня была загрузка, потом она прекратилась и просто на месте стояла. Сожалею. Бед запильщиком еще не встретился. В смысле не встретился? Я же босса бензопильщика убил. Я же убил босса бензопильщика, о чем ты рассказываешь мне? Так, может быть их всех можно отправить куда-нибудь бутылочкой? Сейчас. Там еще один есть, он просто сладенький.
То есть ты хочешь сказать, что когда я его встречу, то мне будет классно? То после этого мне сразу игра станет восхитительной. Ты так хочешь сказать? Ага. Блин, что-то я не знаю. Столько врагов здесь, неприятно. А, смотри, они все ушли. Мне кажется, что я зря взял Devil Within 1. Не зря, не зря. Игра... Муа! Игра отличная. Игра отличная. А что они все ушли? Это такой троллинг? Он очень добрый. Ну, очень приятно, что он очень добрый. А что они все разошлись? Конечно, очень прикольно. Очень приятно, что они все разошлись. Куда ты смотришь? Не надо. Скажите, они фонарик здесь видят? Потому что в Last of Us никто фонарик не видит. Патронов всегда мало, держит напряжение. Да. О! Давно я такого в руках не держал. Ууу, найс. Видят они, видят. Ну, слава богу. Потому что Last of Us же не видят фонарь вообще. Так. Приятно видеть тебя снова. Арбалет Страж. Удерживать, прицелиться, взвести, выстрелить. Смените болта. Большая часть болтов арбалета... Не, мы вернемся к Крайофиру. Вернемся. Кавабум отправил одно сердце. Спасибо, Кавабум. У меня 32 зрителя сейчас на канале. Привет всем. Тебе подарок писали, Алина говорит. Спасибо. Ты играл в City Car Driving? Не играл. Подарят? Поиграю. Большая часть болтов арбалета Страж при стрельбе по поверхности действует как неконтактные мины. Вот, подожди. Себастьян не будет активировать неконтактные мины. Если выстрелите с арбалета в стену, появится растяжка, которая другим своим концом прикрепится к какой-либо поверхности против стены. Красный лазер укажет при прицеливании, где появится растяжка. Этот болт для арбалета бьет электрическим... Ага. Этот болт для арбалета бьет электрическим током, который перекидывается от противника к противнику, обездвиживая их, а иногда сбивая с ног. Если выстрелишь таким болтом в слободный электрощит или в воду, получится особый эффект. Электроболты создаются из запалов и пороха. Сраженных врагов можно топтать, чтобы добить. Полезно. Так, окей. Бро, у тебя фон как в фильме ужасов, пенсионер Райден говорит. Так это же на это расчет. Но я хочу... О, что там, секс в машине происходит? Смотрите, что они же сделали. О, так, происходит... происходит сосание. Сейчас, подожди, электроболт. У меня он только один. Стреляй, ёб твою мать! А, у меня кончились болты, что ли? А мне что-то будет? А как топтать? А, вот. Топтать, топтать, давай, давай. Топчи, топчи. А мне вроде ничего не дает, не делается электричество. Лол. Прикол. А, почему ты в стиле 90-х озвучиваешь? Не знаю. Просто понравилось озвучивать текст в стиле 90-х. Кстати, на этой локации найди винтовку на крыше здания перед убежищем Манила. А, я нашел снайперскую винтовку, ее надо починить. Не играл в Microsoft Flight Simulator? Нет, не играл. Но подарите, поиграю. Я не прочитал, что значит этот болт. Ладно, сейчас прочитаем. Пенсионер Райда, тебе подписчик на видео автора. Спасибо большое. The Winter? Спрашивает Мания. В смысле The Winter? Нет, не The Winter. Devil Within. Ну, там в одном из зданий починка есть. Вот сейчас найдем. Они говорили, да, где починка. Топорик, смотрите. Так, окей. Значит, момент. В Portal 2 играл? Да. Сейчас. Там какое-то обучение вроде было, нет? Где? Вот. Использование фонаря. Понятно. Доступ к инвентарю. Понятно. Терминалы, понятно. Скрытность было. Сбивание было. Кофемашина было. Бутылки было. Ускорение было. Оружие было. Пенсионер-подписчик, да, я сказал уже. Спасибо большое. Укрытие было. Общение в врагах было. Арбалет, страж. Вот, снимите болта. Это...
Угу, неконтактные мины, окей, это мы знаем. Топорик знаем, кустарный готов не знаем, фиксация точки резонанса знаем. Тогда я не знаю, что я пропустил, ладно. Играл в ассасинов, во всех, кроме последних трех. Так, сейчас. Там вон они там все бродят. Смотри, получается у нас сейчас что? Теперь у нас вот здесь необычный сигнал, знаете, резонансы Мёбиуса. А еще, подожди, по документам, сейчас момент, документы, фотографии Уильяма, необычное письмо. Вот, вот запчасти, что-то было написано. В сарае напротив автомастерской Юниона есть запчасти. Только это на северно-западном конце города. Вот. Северо-западный конец. Ну, видимо, это... О, нам аж туда дойти надо. Вот, детали для снайперской винтовки. Это, в общем, там. Понятно. А вот у нас тут необычный сигнал. Надо по к нему пойти. 3-4 минуты осталось до Нового года. О, круто. Почему во всех играх про зомби папы ищут дочек? Не знаю. Там крышка. И слишком много. Хватит, Нейт Джеймс. Мы бывали в переделках и похлеще. Мы лучше вооружены. Их или будем когда-нибудь... Да, так. Потому что они хлеб потеряли. Какая ирония. Точно. Так, окей, давайте... Я, кстати, бутылками что-то не пользуюсь, нифига. Так, надо мне что-то переключить. Может быть, мне надо арбалет поставить налево. Пистолет направо, арбалет налево. Ой, на арбалете что-то у меня ничего нет. Сейчас. Какой у меня тип болта на арбалете? Гарпунный болт. Вот, а гарпунный как действует? Я пропустил обучение, не смог его найти. Пипец. Лошара. Смотрите, там что-то интересное. О! Патроны, замечательно. Хорошо, что сюда сбегали. Бутылки автоматически используются, когда Себастьяна захват берут. А у меня, по-моему, не прокачана еще эта штука. Чтобы этот... использовать бутылку при захвате. Да, у меня уже были бутылки, и оно не работало. Меня захватывали. Захваты. Так, нам нужно сюда куда-то. 33 минуты до НГ. Спасибо. В вагончик можно зайти, интересно? О, что-то новое. Убит сотрудник Мёбиус опять. Подсунул пистолеты. Окей, ну пока рано. Давайте пока сюда. Там что-то горит. Опа, что это такое? Тебе подарок. Кавабум отправил ГГ. ГГ, спасибо за 2 ГГ. Так, и что это такое? Связи с Мёбиусом нет. Мы потеряли контакт. Мёбиус или Мёбиус? Я тебе объявляю, это Альфа-1. Протокол, ты серьезно? А что насчет команды техников? Хуй с ними, пусть сами разбираются. Мы не морские пехотинцы. Своих не бросаем, здесь вообще ни хрена не значит. Тебе что-то не нравится? Смеешься? Я давно мечтаю сорваться с привязи. Надоело пасти техников и бегать туда-сюда. Хорошо, давай вскроем тайники с оружием, загрузимся и свалим. И вынесем всех подряд, чертовой бабушки. Неважно, кто перед нами, человек или монстр. И что это было? В любом случае, похоже, они были здесь. Но куда они делись? Мёбиус, так правильно, спасибо. О. Так. Еще сигналы. Не уверен, что хочу с этим встречаться. С ними двумя. Судя по разговору, они сорвались с катушек, хотя оружие лишним не бывает. С наступающим Новым годом! С наступающим, фан Эдисона! Фан Эдисона. Обследуйте обе точки резонанса. Но это мы обследуем. Ой, ё-моё. Да, блин. Тридцать одна минута до НГ. С прошедшим, кстати. С чем прошедшим? Днем рождения? Тридцать минут до НГ. Молодец. Евгений отправил... Евгений Пригожин. Отправил ласточку мира. А так от зомби можно спасаться? Вопрос. То есть они ко мне залезут или нет? Я могу их так сверху пообстреливать? Вот что у него там такое интересное, смотри, в руке горит? Хочется прям... Вот так сделать, да. Кажется, он умер.
А ты чё, один будешь праздновать НГ? Нет, с женой. Ну так я в Новосибии, у нас уже фейерверки с Новым годом. А-а-а, с Новым годом тогда. А сколько у вас сейчас времени? Так, окей. Там на крыше есть челик. Мы это знаем. А, Каубум отправил еще 3 ГГ. Спасибо за 3 ГГ. Ровно на час больше. А-а-а, классно. Так, ну не знаю, ну допустим, давай я выстрелю по нему, что будет. Я патроны впустую трачу, я балбес, конечно. А, он не знает, откуда я стреляю. Он меня ищет, он меня не может найти. А стоп, у вас будет с едой? Будет все с едой, конечно. 29 минут осталось. Сколько у меня патронов, кстати? А, вон, не очень много. Он меня не видит. Нормально. Окей, все понятно. Окей, понятно, как это работает. Ну, примерно. Ну, блин, смотри, есть смысл их убивать, потому что это опыт дает. Видишь? Это опыт дает, поэтому есть смысл их убивать. Но при этом желательно без трат патронов. Он сейчас как раз еду добывает, это правда. Давай, заходи. Но он хотя бы пытается. Давай, давай, давай. Какой-то мой сладенький, толстенький. Я тебя сейчас съем. Хоба! Я Саечка, за испуг. Я уже весь стол съел. Ну ты красавчик, конечно. Порох, отлично. Так, наша задача сейчас какая, да? То есть вот мы услышали убить сотрудник Мёбиуса, там ближайший резонанс. Здесь есть необычный сигнал обследовать точку. Это за церковью, да, получается, происходит. Давайте на крыше женщину убьем. Да, женщина. Ну, гель добывает, значит, получается хорошо. А, я издаю шум, да? Извините. Я издаю шум, извините. Залезаем. В РДР играешь? РДР первый проходил, и второй тоже. Все, не страдай. Чего ж так озверел, ты его убиваешь? Ну, лежит себе человек, что бухтеть? Кстати, качай стелс, там вообще имбовая прокачка. Хорошо, да, у меня пока не стелс, на стелс не хватало прокачивать. Так, окей, разобрались, да, с этим? Оп, что у нас? О, совсем рядом. Ну, блин, надо бы вот это, наверное, сигнал взять. А может быть, а есть смысл потом проходить? Ну, типа, знаешь, типа сделать круг. То есть вот дойти до сюда, а потом, когда, не знаю, возвращаться будем, не знаю. А то не хочется сейчас так вот бегать, как я сейчас это буду планировать делать. И что, перепрыгнуть нельзя? Не умеешь перепрыгивать? А, не умеешь, молодец. What game, Thanatos? The Evil Within. Это допах, хоть в конце игры возвращайся. А, супер, окей, 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 хорошо. Так, вон там мерцания всякие происходят. Это, видимо, наш убитый сотрудник, или он подо мной прям. Так, тут же никаких заборов вроде нету. Ладно, давайте здесь спустимся. Блять. Так, гвозди. Что это такое? Прекрасно. Что там, что там? Кто-то меня уже... Тихо, спокойно. Спокойно, спокойно, чел, спокойно. Да! Вот так вот, нормально. Что у нас здесь? Все в крови. Замечательно. Так. Вот что здесь мигает. Блять! Сука! Да ты чё? Да ты чё? Топчись!
Я прям кричал, да ты чё, как этот. О, чё это я взял? Как этот, как мальчик, у которого дом взорвали в Майнкрафте. Бери. Мусорки. Как будто я в Диско Элизиум играю. По мусоркам шарюсь. Так. Сейчас, я, по-моему, пропустил, да, тут... Где он находится? Он внутри этого амбара? Кстати, насколько... Ой, бля, зря я воспользовался, я не хотел, случайно. Я хотел проверить, насколько оно... Добавлю новый раздел обучения. Открывание дверей. Нажать дважды, открыть удар в ноги. Удар ногой позволяет быстрее открыть дверь, но производит больше шума. Чтобы не встревожить врагов, откройте дверь рукой или из укрытия. Интересная игра, конечно, предложила. Кто лежит? Кто лежит? Сейчас что-то будет, да? Сейчас что-то будет. Себастьянин пытается быстро найти дочь. Также Себастьян. Какая красивая мусорка. Точно. С наступающим Новым годом. Да, вот поэтому в первом Alan Wake отказались от идеи открытого мира, а во втором на эту, значит, на эту проблему решили напороться. Значит, и вас, Вивальд, с наступающим. Металлическая трубка, кусок стальной трубы со следами ржавчины на концах. Качество дубины не очень удобен. И вообще, у вас же есть стволы. Этот компонент используется для создания полезных предметов. Хорошее описание, конечно. Так, что здесь? Верстак? Классно. Ну, давайте создадим что-нибудь. Так, что у нас? Емкость магазина есть. Да, емкость магазина есть. Скорострельная перезарядка есть. Кстати, мой совет. Пей кофе в этой игре. Да, я на местах, где сохранение, там можно пить кофе. Я понял, что лучше его пить, чтобы не тратить лечение. Артур, я пошел праздновать Новый год. Криштиана, давай, празднуй. Скорострельность качай. Хорошо. Как раз у нас что, хватит, да, сейчас? Даже дважды хватит. А огневую мощь? А, уже не хватит. Ну, давайте скорострельность дважды прокачаем, раз ты посоветовал. Окей. Создание предметов. Что у нас? На снайперскую винтовку надо сначала детали найти, чтобы починить. Мы можем сделать... Давайте сделаем электроболт. Вот. Давайте сделаем шприц. Давайте сделаем гарпунный болт, раз нам игра дает лимоны. Надо сделать лимонад. Скорострельность в этой игре имба-имбейшая. Хорошо. И давайте на весь порох сделаем патроны. Вот такой вот я щедрый абсолютно. Просто, да, просто щедрейший человечек сегодня. Что, придет кто-нибудь? Или просто море крови будет? Так, здесь у нас убитый сотрудник. Давайте сбегаем. Ты теперь гей, и ты теперь с парнями. Очень пафосная музыка, what? Я не знаю этот мем. О, нет. Фотоаппарат. О, мой fucking god. Подсумок улучшен. Нейлоновый подсумок для переноса дополнительных пистолетных патронов. Ну, это прям выживач-выживач, да. Это не Alan Wake. Второй. Так, что у нас? Ну, по пути давайте необычный сигнал прошуруем.
Что это такое? Подожди, что это такое? Этого не было. Что это такое? Подожди, это глюк графики или это мне ловушку поставили? Ну выйти отсюда по-другому нельзя. Видимо, это сюжетный момент будет сейчас. Окей. Ой, говорю же. Это специально по сюжету. Зато замедление, прикольно. Прикольно. Ку, с Новым годом, Zero and Brill. С Новым годом, с наступающим или с Новым годом. У нас Новый год будет через 18 минут. У меня 5800 геля, можно уже прокачиваться. Но бежать назад ради прокачки я не очень вижу смысла. Кстати, да, расскажи, как тут с автосохранениями. То есть то, что я сейчас тут так много хожу, если меня где-то убьют, откуда я начну? Где-то будет какое-то ближайшее там место с автосохранением или нет? Ку еще хорошо, а если кус? Да, Zero and Brill говорит. Я даже не знаю, что значит да, я уже забыл. Какой у нас контекст? Так, что у нас заметили? Убит сотрудник. Хорошо. Вот он как раз по пути. Слева вагончики. О, в них можно зайти. Подожди. Да-да, подожди, можно зайти, сейчас. Опа. Нас там ждут. Я так делал и проиграл два раза за игру. Проходил первую часть Devil Within, я проходил. Подожди, как ты делал? В смысле, то, что ты просто шел вперед или что? Еще. Точка резонанса. Ладно, удачного Нового года. Пока, давай, пока. Подожди, как ты делал-то? Да, как ты делал? Ну не кряхти, что это там, мышка бегает? Мышка-то не опасная, надеюсь? Ой, что с ней происходит? Да! Ну скажи мне, как ты делал, да! Возвращался на сохранение, что ли, или что? Или просто шел вперед, как я сейчас делаю? Разворачивайся, разворачивайся, давай, уходи. Кыш, 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 кыш. Кыш, кыш, кыш. Давай, молодец, все, супер. Все, все, не страдай. Да у меня блокают мои клиенты. Что у тебя там блокают? Стой, 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 не кышкайся. О, стой, 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 не разворачивайся. Да, что ты сказал? В смысле, то, что просто прямо дуть, да? И ничего не будет. О май факинг гад! Мои сообщения. Все, закончились? Что за игра, пожалуйста? И Devil Within 2. Мышка вон бегает в панике. Бедную мышку напугали.
Дымный порох. Этот порошок при взаимодействии с огнем дает облако дыма. Этот компонент используется для создания полезных предметов. Второе. Бля, так долго происходит, я уже забыл. Короче, давай так, я сейчас завис вопросом. Не используй авто. Не используй автосохранение. Но, блин, ближайшее сохранение не авто. Оно же далеко... во! Точка сохранения ближайшая вон есть. Надо сейчас туда будет добраться, видимо. Надо дожить до этого момента будет. Это кто? Господи. Да, ну или проигрывай поменьше. Это, конечно, офигительный совет, проигрывать поменьше. Блин, у меня патроны кончаются. А, точка резонанса. Ну ладно, давайте до нее дойдем тогда. Вон она. Я ненавижу ТТ с его блокировками и сообщениями. Надо быть потише, что за тварь идет за мной. Это призрак? Сколько стримишь? Час 3:26 стримлю. Совсем не похож на остальных, я не могу с этим справиться. Я не могу. Нужно успокоиться. А то она услышит. Привет, язык, да. Ты о чем? Я игру на харде прошел с тремя проигрышами. Это были моменты без боеприпасов. А я уж забыл, о чем я. Что это? Понял. Нет, не подходите ко мне, не трогайте меня. Нет. Все, понял, о чем ты. Понял. Красный гель. Непонятное вещество кроваво-красного цвета с его помощью открываются заблокированные ветки для улучшения навыков. Блин, а эти подарки-то не исчезают с экрана? Теперь они в ТикТоке висят вечным этим, картиночкой вечной. Так, окей. Неожиданно, Эдмонд, привет. Да ничего неожиданного, все нормально. Так, окей, возвращаемся. Главное, это поменьше умирать. Это хороший совет. А, вот здесь можно выйти, да? Там что-то блестит. Я вижу, там что-то блестит. Смотрите, как можно боком бежать. А, нет, уже не делает так. Трава блестит. Парковка. Играл, кстати, нашумевшую Buckshot Roulette? Нет, не играл. Если мне подарят, поиграю. А так я слышал про нее. Я смотрел видео. Так, что здесь? Нихера себе ножом цепь разрезает. Молодец. Сейчас, подожди. Надо сначала зайти... А где? Подожди, стой, где? Да, вот. А почему на карте не отмечается, не понял? Вот убит сотрудник Мебиуса, видимо, в ангаре. О, попить. Найс. Так, там внутри зомби. У тебя 10 минут до НГ? Да, 10 минут до Нового года. Надо до Нового года успеть сохраниться. Блин, мне кажется, плохая идея делать вот такие игры линейные, сюжетные, с открытым миром. Так, сейчас давайте посмотрим. Там у меня резонанс, вот здесь трупик, патрон для дробовика. Ну, может быть, хер с ним. Надо разобраться еще, как туда зайти, конечно.
а сохранение вон уже близко. Давайте лучше с этой стороны. Я пришел. Привет, точка, запятая. Так. Прям цветочек. Я его подарил, но ее в Steam нет, только на сайте разраба. А там что, там ключ или что? Что это? И что сейчас будет? Дядь, снова привет. Привет, Сека. Зачем вот это сейчас сигналка была? С кем празднуешь, когда стрим закончится? Женой, стрим закончится. Ну, не знаю, сейчас я прервусь с ним на время Нового года. А потом, я думаю, продолжу. Че, кто-то хочет прийти из зомби сюда? Зачем вот это сейчас произошло? Что это? Мне эта штука нужнее, чем тебе. Да у меня же есть уже пистолет, зачем еще один пистолет? Там система без ключей. А, привет! О! Начинается. А, это не просто пистолет, а какой-то Desert Eagle. Пистолет с лазерным прицелом, полуавтоматический прицел. Ага. О, не знал, что у тебя жена. Вот, все знаете. Ловушка так и знал. Вот Саке все знал. И не предупредил. Так, как внутрь-то попасть? Как надо внутрь попасть? Извини. Да, не расстраивайся, все хорошо. О, классно, сквозь коробки залез, конечно. О, круто, коробки разлетелись. Я думал, ты знал. Да нет, на самом деле догадаться-то можно, я пошутил. Не переживай, у меня такие шутки часто опасные. Короче, в очередной внутри складе находится что-то. Вот бутылка. Заборы перелезать нельзя. Как интересно его ведет. Ну хоть так-то перелезть-то можно, нет? Прекрасно. Сейчас, не хочу мимо этого резонанса мимо проходить. В будущем качаю урон арбалет с болтами. Хорошо. О, можно его растоптать? Блять, говно! Он умер, слава богу. Слава богу, умер. Так, что у нас тут? 5 минут остается, надо срочно добраться до точки сохранения. Сейчас. Тут сейчас все соберем. Давай, используй коммуникатор. Ну, что происходит? Почему я не могу коммуникатор достать? Черт, как добраться, дабы не прасывать, когда закажут значки, кишат эти твари. Это должно помочь. Теперь вы отсюда не выберетесь. Джеймс, это Райан. Ответь. Мне удалось запереть толпу тварей в помещении под автомастерской. Иду к туристическому центру. Джеймс, ты слышишь? Черт. Тут в подвале есть какие-то припасы? Надо спуститься вниз. А там монстры. А там монстры сидят. Ладно. Окей. Вопрос, где подвал? Что еще? Что происходит?
Еще одна точка резонанса? А, она ниже меня. Ой. Ой, это очень тупо сейчас было. Какой-то странный монстр очень какой-то. Очень странный. Даже не услышала. Вот так вот, все нормально, хорошо. Блять! Наверное, не надо было с ней так делать. Блять! Тихо! Спокойно, спокойно, спокойно. А туда есть патроны, да? Нет? Да, один патрон целый есть. Бля, иди нахер! Все, не видит меня. А можно ее раздавить? 3 минуты, говорит. Что за игра? Evil Within. Нельзя ее раздавить? Блять, сука! Да ебаный! Да что происходит, да ебаный! Насос! Все, меня убили. А, гарпун. Да, это типа Silent Hill. Уже 2 минуты. Ну, надо тогда останавливаться на сегодня. О, ну слава богу, хотя бы здесь автосохранение случилось. Наверное, надо сделать перерыв небольшой. Я как бы игру, наверное, даже выключать не буду, но стрим остановлю. Вот. Вернемся сейчас как встретим, то есть через минут 5-10. Хорошо? О, фейерверки, вот, это типа Silent Hill, это не совсем. Спасибо, Сергей, что сказал про гарпун. Я затупил, я очень сильно затупил, я очень сильно боюсь этих игр. Так, окей, ну давайте сейчас сделаем паузу и стартанем снова. Да, с Новым годом, с Новым годом, 1 минута остается. Давайте, спасибо.